Нужно было показать свою игру. Мы старались играть, плясать от своей игры сегодня. Что-то у нас получалось. Это и подача, и где-то и блок, защита. Может, появились несколько лишних мячей, которые мы достали, которых не было в первой игре с «Динамо». Да, мы сегодня начали искать позитивный момент, не обращали на все плохое, что могло быть. Где-то начали делать шаг вперед по сравнению с предыдущим матчем. Но ошиблись больше, чем нужно в атаке, наверное, потому что 13 ошибок собственных в атаке за 3 партии. Это для нас очень много, нам это аукнулось, потому что «Динамо» продолжал давить нас подачей, у нас просел прием, но вопреки плохому приему мы могли сыграть лучше в атаке. Именно исключив эти 13 ошибок, может быть, нам в этом плане нужно добавлять, потому что эмоциональный фон был поинтереснее, мы были более, может быть, раскрепощенные по сравнению с предыдущей игрой «Динамо». Проблем много, так сказать. Вот. Ну, проиграли, наверное, концовки все. Во второй, кажется, партии догнали. И одно неудачное действие в концовке. А остальное играли в ровно, мне кажется, до середины сета. Что первое, что третье. Ну и плюс какие-то элементарные вещи. Это больше технический брак, нежели там какой-то. Вот в этом, вот таких вещах, наверное, и проблема. В первую очередь, конечно, доволен результатом. Это все весьма-весьма здорово. Мы смогли по сравнению с прошлым матчем добавить в подачу, убрать огромное количество брака, которое было в первом матче. Вот. Ну и весьма-весьма во всех компонентах сыграли хорошо. В целом, заслуженная победа. Мы находились в очень хорошем настроении. Вот. И просто играли, показывали свою игру, свой уровень. На хороших эмоциях, положительных моментах, не обращали внимания на какой-то негатив, на какие-то неудачные ситуации, вот, и шли вперед, что, считаю, нам помогло добыть эти две победы. Да, он сказал, чтобы сильно мы не поливали себя грязью, потому что игра была эмоционально, но поинтереснее, чем предыдущая. Ну что, шаг за шагом мы выкарабкаемся. Мы в это все верим, надеемся, что сегодняшний, несмотря на счет, может быть, мы должны пойти вверх.